Сборы в Сочи паралимпийская национальная команда проводит ежегодно. В этом сезоне у именитых футболистов тренировки проходят на новой арене, где совсем недавно состоялся матч между Бельгией и Россией. На поле стадиона «Фишт» паралимпийская команда пробудет до 21 апреля. Поле шикарное, естественно, газон великолепный. Наверное, даже в мире, наверное, мало таких газонов, да, в России тем более. Очень рады, что получилось, да, здесь потренироваться на стадионе, почувствовать атмосферу вот эту раздевалок, стадиона. Ну, хоть и пустые трибуны, но все равно, то есть это совсем другое, чем когда на тренировочной базе. Очень приятно. На сочинской арене футболисты готовятся к предстоящему чемпионату мира. Он стартует 4 сентября в Аргентине. До пика формы команде еще далеко, но времени на подготовку достаточно, уверен главный тренер сборной. Через 3 дня паралимпийцы отправятся в Москву, где пройдут медицинское обследование, а после в Италию на один из популярных футбольных турниров мира. Ну а сейчас на поле «Фишта» тренируются как маститые футболисты, так и молодежь. Это хорошая команда. Это один из топовых команд мира. Вот это ребята, они двукратные паралимпийские чемпионы, трехкратные чемпионы мира. И можно считать, это тоже представители, короче, элиты того российского спорта. Очень много молодых ребят, которыми сейчас пробуем. Но тоже, что они привыкали к более тяжелым нагрузкам. И что, в принципе, эта адаптация у всех прошла нормально. Паралимпийская национальная команда еще вернется в Сочи. Завершающие учебно-тренировочные сборы пройдут летом, после чего команда поедет в Буэнос-Айрес. На чемпионате мира российская сборная придется выложиться по максимуму, чтобы уже в 4-й раз подтвердить звание лидеров среди топовых команд мира. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.